Всем привет! Это новости из Турции. Из-за технической неисправности самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии» или же «Turkish Airlines», который следовал из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Вильнюса. Об этом 28 мая сообщает турецкая газета «Стар». Цитата. «Согласно полученной информации, у самолета авиакомпании «Турецкие авиалинии», вылетевшего в 7:45 из аэропорта Стамбула рейсом в Москву, во время нахождения в воздушном пространстве Белоруссии произошла техническая неисправность», говорится в сообщении. Также указывается, что из-за этого авиалайнер некоторое время находился в воздушном пространстве Белоруссии, а затем направился в аэропорт Вильнюса, где произвел посадку в штатном режиме. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До новых встреч!